Далее о происшествиях. В Бодайбо погиб рабочий. Вместе с напарником он растапливал сточный канал. Самодельный котел взорвался. Следственный комитет начал проверку. Количество ДТП на дорогах при Ангаре за неделю снизилось почти в два раза. ГИБДД зарегистрировало 25 аварий, в которых один человек погиб и около 40 получили травмы. Для сравнения, в первую неделю марта в области произошло почти 60 происшествий, а вот число нетрезвых водителей в режиме самоизоляции выросло. За несколько дней инспекторы задержали 115 человек, севших за руль в состоянии опьянения. Нарушители не пугают 30-тысячный штраф и лишение прав на вождение.